А сегодня центральная площадь Махачкалы превратилась в самый настоящий молодежный клуб. В честь Дня России участники общественного движения «Я помощник президента» организовали праздничную акцию. Площадь разделили на несколько зон. На спортивной горожане могли поиграть в волейбол, прокатиться на велосипедах и даже получить урок от паркурщиков. В арт-зоне молодые художники писали портреты горожан. В самом центре концертная площадка, песни, танцы и даже игра на бандуре. Угощали гостей и чаем со сладостями. Народные гуляния в Махачкале прошли и на Радобском бульваре, и в парке Акгёль, где перед народом выступили дагестанские артисты.